Всем привет! Сегодня расскажу вам про автоматический фронтальный нож от компании MagSafe, модель Медуза. Медуза – это оригинальный фронтальный нож, который является совместным творением компании MagSafe и компании TAG. Нож выполнен в очень футуристичном стиле, с клинком в форме танта и необычной рукояткой. Теперь по характеристикам. Общая длина ножа составляет 227 мм, длина клинка 88 мм, толщина в обухе 3 мм, материал, из которого выполнен клинок – порошковая сталь М390. Рукоять выполнена из алюминия. Вес данного ножа составляет 127 граммов. Нож оснащен клипсой для ношения на кармане, а также с обратной стороны есть стеклобой. Модель сделана специально по заказу Forest Home и является эксклюзивом для нашего магазина. Длина клинка составляет 88 мм, что выводит его из разряда запрещенных к обороту предметов, и нож абсолютно легален на территории Российской Федерации. Нож поставляется вот в такой коробке. Внутри у нас идет тканевый пенал на молнии, в котором лежит сам нож. И тряпочка для протирки клинка. Также в комплекте идет пластиковая карточка с информацией о ноже.